сколько там ты план увеличения помнишь? Там 2500. Со скидкой? Да. Это Альфа, Али. А? Али где-то 2700-2800. Али? Ну, где Али? Где? Это за... Возле школы. Это имя, да, его? Да. А там 2500? У Али. Ну, там сейчас дороже, сейчас же цены подняли. Думаешь, тоже повлияло это? Да, конечно. Ой, короче, какой-то привет. Ты можешь договориться. Я знаю, там одна барышня пришла, он сказал одну цену. Она говорит, хорошо, полечила зубы, потом говорит, что, блин, денег нету. Она сказала? Да. Он говорит, а сколько есть? Дала все, что есть, и ушла. А там примерно не хватало процентов 40. Но вообще, на самом деле, люди спрашивают, кто из ранее, пациент, да? Какая сумма? Понимаю. Игра, как говорится, пациент из ранее. Пациент мало. Хватит, не хватит. Ну, как в стоматологии. Не, ну там просто одна. Ты знаешь, ты лечишь, сколько сумма? 10 тысяч. А у тебя там 5 всего. Такого не бывает. Тебе дают из ранее сказать, как у тебя. Нет, бывает. А? Вот у меня говорят, знаешь, чем я лечу? Они говорят, что если это, это и это. И получилось, что у меня как бы этот звук должен быть трехтональный, а оказалось четырех. Ага. Записывали звук. И снимок делали? Снимок заранее нет. После того, как каналы чистят, они снимок делают до конца прочищен. То есть мы бегаем от рентгена туда-обратно, туда-обратно. То есть чистят, там я 2-4 сидела. У меня начался периодонтит. Это когда корень выставляют. Не до конца зачистили, пломбы сняли. И реально, ну, получается, что у меня распондировка один, лечение кариеса 2, каналы 1, еще плюс, и плюс еще это каналы канал. Это и как бы, ну, я понимала, что у меня проблемы нет. Я же не скажу, типа, все, давайте возвращайте один канал обратно. Засовывайте весь вызов туда, да. Почему? Он бы рассказал. Удаляйте нахуй это же Сочи, здесь все по-братски, это брат. Это не Сочи, это Красная Поляна, ты да. Терялся, что ли? Многие говорят, типа, ой, ты же в Сочи, что там в Сочи, я, блядь, два раза там была, я что, ебу? А, ребяточки, пошла еще. Здесь все по-братски, говоришь, брат, я Сурена знаю, Анзоренска знаю, Вахтанга знаю, всех знаю. Он как-то дрелью мне дешевле вылечит, да? Ну. Так, Альпика, да, ты говоришь, еще можно в Альпику? Да, Альпика всех. Мне сейчас даже видишь, не... Чей получает сотрудник, если что? А? Чей сотрудник я уже? Болела. Авангард. Авангард. Что за авангард? Газпрома. Он меня учит хорошим вещам. Там же я проверяю пропуск. Да скажешь дома забыл еще. Я там знаешь, сколько и на чей уходил, зубы лечил. Я забывал, да, и потеряшка такая. Эти. Филографию делал. Прикинь, они просто натыкаются, что ты не Газпрома. Они такие. Авангард, это где находится? Что это? Бля. Это у нас Зеленодольский, Авангард. Уходишь сразу вот гора Газпрома, 1389. Ну, говоришь, 1389 я работаю поваром. Поваром, да? Ну, да. Что за 1389? Высота. И название отеля такая же. А Авангард, типа, это организация? Да, управляющая компания. Так у нас вот Красная Поляна. Типа, там Авангард. Управляющий кёбан. Можешь написать, что еще ты есть, понимаешь? С абсолюта. С абсолюта? Где нужно? Ну, там напиши абсолют. Так либо-либо? Да. На регистрацию спроси, у вас есть скидки для авангарда или абсолюта? Не спросят, почему ты скажешь из списка. Скидки хочу. Покажите список, да, куда идут у вас скидки, я скажу, откуда я, да? У них есть там. У них есть прайс один и есть прайс другой для сотрудников. Ну ты говоришь, можно прайс не от сотрудников, я скажу, где я работаю. Да. Ты я можешь... выберу, что мне больше. Ты как потребитель можешь потребовать от них. То есть они денег вправе сказать. Что, это колбаса сочинская? Это куриная? Да, рулет куриный. Нет, а чей город такой? Попси. Все, давайте, пока-пока.
Чикен. Чикен. Лиша. Те, которые не получились кусочки, их можно съесть без палева. Це деньги. Просто деньги, 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 деньги. І тепер фінальний босс. Ільнуру така заходить одна за одною. Три штуки задницю своєї можу принести.
четкая колбаса. Вау! Петина. Одну зажевала. Я победил. Колбасочка. Передаем слава лайку. Ставим лайки, подписываемся на канал. 4 подписчика, да. Мы сделаем это. Скоро будет 5 подписчиков.